экран, дорогие друзья. Дело в том, что сериал чемпионата мира проходит по правилам Fair Play и Fun. Это честная игра. Их в ваших соцсетях со специальным хэштегом NoFootballSkia. Всем вам хороших фотографий. So we can win the ball inside the crowd and you should push it to the building in back. Итак, 3, 4, поехали! Let's go, Coca-Cola Football! Прямо сейчас, дорогие друзья, мы передаем эти мячи туда, назад, на площадь. А прямо сейчас на нашем экране вы можете видеть шумомер. Мы измеряем уровень шума. Уровень шума площади. Поэтому сейчас, уважаемые друзья, попробуем максимально пошуметь и узнаем, какова... Отлично! Итак, внимание, друзья, все знают, что главный талисман чемпионата мира по футболу в России — это вот забивака. Прямо сейчас. You know the main mascot of the World Cup of 2018? It's a забивака. Ну и мы смотрим, конечно же, отвлекаемся на мячи Coca-Cola. Они дойдут у нас практически до театра оперы и балета. Да-да-да, все верно, дорогие друзья. А вместе с забивакой мы попробуем сейчас забить гол. Ваша задача, все, кто на площади, максимально шуметь по команде. И тогда забивака точно забьет гол. We try to play penalty with забивака. We should make a noise and then louder we will... Забивака will get the score. Итак, все, что требуется от вас, дорогие друзья, нужно очень громко пошуметь. So make a noise to score a goal. Итак, приготовились, все вместе, пошумим! 3, 2, 1, go! Мячи возвращаются обратно, а мы вместе с вами попробуем еще раз забить еще один гол вместе с забивакой. So let's try another penalty. Давайте сейчас наберем воздуха в грудь. Громче, громче, пошумим! Let's make a noise to score goal with the забивака! Приходите к нам на
Дорогие друзья, сейчас настает исторический момент. Прямо сейчас мы увидим прямую трансляцию из Москвы со стадиона Лужники. Dear friends, right now we will see the live broadcast from Luzhniki Stadium. Мы с вами немножечко порепетировали, размялись, но сейчас нужно будет действительно по-настоящему проявить свои эмоции. It was just a little training, but right now we should make to do it really, really big. Давайте поднимем руки выше! Все, Let's все, rise все. Your hand, everybody! Все, кто сейчас стоит на этой площади, набрали воздуха в легкие и дружно пошли! Стадион Лужники, Москва, Россия, чемпионат мира по футболу 2018! World Cup is open! Лужники должны услышать Самару. Пошумел! Let's make a noise for the Лужники Stadium! Напоминаю, это прямая трансляция. Это прямая трансляция, изображение есть, звук, я так понимаю, пока долетает до Самары, но мы все здесь, подходите, пожалуйста, ближе, это прямой эфир из Москвы. Пошумим, Самара! Right now you'll see Samara will fix the sound in a couple of seconds, it's a live broadcasting. Дорогие друзья, чемпионат мира по футболу 2018 года в нашей стране принимает множество прекрасных российских городов. И сейчас мы видим главные планы, главных достопримечательностей и стадионов каждого из них. Right now we will see the shots from the different cities. This is the Moscow, the Luzhniki Stadium. Лужники – крупнейший стадион в России, расположен в районе одноименного Олимпийского парка неподалеку от Воробьевых гор. Стадион был открыт в 1956 году. Вместимость Лужников во время чемпионата мира по футболу...
Ladies and gentlemen, let's welcome the national teams of Russia and Saudi Arabia. Ladies and gentlemen, please welcome the President of the Russian Federation, Vladimir Putin. Дамы и господа, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Дорогие друзья, приветствую всех гостей легендарного московского стадиона «Лужники». Всех, кто собрался в многочисленных фан-зонах чемпионата мира ФИФА, кто видит нас на телеэкранах или в интернете. Поздравляю вас, всю большую, многонациональную, дружную мировую футбольную семью с началом главного турнира планеты. Это грандиозное спортивное событие впервые проходит в России, и мы искренне рады этому. В нашей стране футбол не просто самый массовый вид спорта. Футбол у нас по-настоящему любят. И эта любовь, что называется, с первого взгляда, с первого официального матча, который состоялся в России в 1897 году. Мы ответственно готовились провести у себя в гостях это грандиозное мероприятие. И сделали все для того, чтобы болельщики, спортсмены, специалисты могли полностью погрузиться в атмосферу великолепного праздника футбола. И, конечно, получили удовольствие от пребывания в России, открытый, гостеприимный, радушный. Обрели здесь новых друзей, новых единомышленников. Давайте вдумаемся. Нас, преданных поклонников футбола, без всякого преувеличения, миллиарды людей на планете. И где бы мы ни жили, какими бы традициями ни следовали, нас всех объединяет любовь к футболу в одну команду. Единую своей любовью к этой зрелищной, яркой, бескомпромиссной игре. И потому все члены этой команды хорошо понимают и чувствуют друг друга. В этом единстве, над которым не властны ни различия в языках, ни в идеологиях, ни в вере, и заключается великая сила футбола. Спорта в целом. Сила его гуманистических начал. Наша задача – сберечь эту силу, это единство для будущих поколений во имя развития спорта и укрепления мира и взаимопонимания между народами. Желаю всем командам успеха, а болельщикам незабываемых впечатлений. Добро пожаловать в Россию! Жанна Инфантино.
Дорогие друзья! Добро пожаловать на чемпионат мира! Dear friends, welcome to the FIFA World Cup here in Russia. Ahabai! Ahlan wa sahlan ila kas al-alam fi Russia. As of today, for 1 month, football will conquer Russia. And from Russia, football will conquer the entire world. Enjoy the biggest celebration on earth. Thank you, President Putin. Thank you, Moscow. Спасибо, Россия! Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of Saudi Arabia. Дамы и господа, попрошу всех встать. Звучит государственный гимн Саудовской Аравии. And now, the national anthem of Russia. Дамы и господа, государственный гимн Российской Федерации.